63 тысячи нижегородцев обратились к социальным участковым за 3 месяца их работы. Таковы первые итоги проекта «Социальный участковый», который в марте был запущен по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Задача социальных участковых – на подведомственном участке помочь людям в решении их проблем – бытовых, социальных, любых. С разными вопросами обращаются, начиная от мелких бытовых, где-то там ступенька покрошилась или еще что-то. Идеи такие самые, как от бытовых до вот прям таких глобальных. Мы их передаем дальше, и получается, что, ну да, конечно, отклик есть в плане того, что работа наших вот социальных участковых, в том числе и меня, она находит отклик среди населения. Обычно мы принимаем порядка 100 звонков в смену. Чаще обращаются для того, чтобы уточнить, как зовут социального участкового, который закреплен за их адресом. Это как безопасность и защита от мошенников. Часто по вопросу ЖКХ звонят в основном пенсионеры, да и молодые тоже, благоустройство. Только мы получаем какой-то официальный ответ, мы перезваниваем и сообщаем информацию о принятом решении. Конечно же, вот этот первый контакт с людьми, это первое знакомство, но это, наверное, самое важное для установления доверительных, добрых отношений. И здесь мы тоже можем сказать, что эта цель во многом тоже выполнена. То есть социальные участковые уже познакомились с своей территорией, с активистами, и это дает им последующие возможности для такой хорошей плановой работы с вверенной им территорией.